Друзья, добрый день. Мы находимся в регионе Алания, поселок Авсалар. Рядом с нами отель «Сириус Делюкс». Меня зовут Лысинов Евгений. Я приглашаю вас на инспекцию этого отеля. Лобби отеля. Лобби. Все в мраморе. Светлое. Рейтинг у отеля 9,3 на букинге, 9,2 тут вижу, куча дипломов у них. Посередине отеля растет дерево. Непонятно, только искусственное или настоящее. Это бар на лобби. Это открытая терраса на возле лобби. Рядом с отелем находится порт, видите, там паркуются корабли, яхты. Есть свой понтон, зоны для лежаков, здесь вот там вот впереди. Здесь, скорее всего, нету пляжа, надо будет сходить посмотреть, потому что в этом регионе, как правило, вход с понтона. Ну, такая у них есть зона для отдыха. Тоже недалеко от террасы, от лобби все. Здесь с 11 до 18.00 можно покушать сладости, попить чай, кофе. Очень много здесь таких вот уголков, где можно посидеть. Смотрите, какой читательный зал. Это такой небольшой конференц-зал, здесь есть бильярд. Это мы опять с вами вышли на террасу. Здесь такие интересные кресла. Вот такой волнорез у них есть. То есть в бухте здесь спокойно. Это тип номера стандарт, ванная комната, здесь душ, тропический душ. Тот, кто без детей, вот так они украшают двери. Это у нас стандартный номер, большая кровать, здесь плазменный телевизор, покрытие здесь ламинат или паркет. Территория шестого этажа. Вот видите, здесь есть небольшой песчаный вход. Вот он находится. И с другой стороны еще. Два волнореза закрывают бухту от волн. Он небольшой, два стула, столик. Номер 630. Свит. Номер 630, это свит. Здесь у нас, видите, одна большая, две маленькие кровати. Покрытие здесь тоже или ламинат, или паркет. Есть еще одна комната. В этой комнате одна большая кровать. Здесь же есть джакузи.
Видите, плазменный телевизор большой. Здесь же находится ванная комната. Она одна. Нет, их две. А, мне говорят, что их здесь две. Это одна из ванных комнат. Здесь одна раковина, душ, тропический душ. Это еще одна ванная для первой комнаты. Здесь тоже, видите, душ тропический. Вот он. Раковина, фен. Кондиционер здесь центральный. Это балкон. Балкон вытянутый. Здесь несколько стульев, столик с видом на море, на бухту. Территория отеля небольшая, он компактный. Отель больше для отдыха молодежи, взрослых людей. Рядом находится отель White City. Вот видите, он рядышком. Раньше приходить. Джакузи. Смотрите, как у них интересно сделана стена из камня. Очень круто смотрится, просто обалденно. Вот она территория уже. Мы находимся на самой территории. Бассейн. Территория компактная. Амфитеатр. Здесь проходит вечерняя шоу-программа. Вот смотрите, это вход в воду, в море. Здесь небольшой песчаный пляж. Немного шезлонгов. И с другой стороны, вот за этим понтоном, там есть такая же бухта. И все, кто хотят, отдыхают на понтоне. Ну вот, видите. Это у нас ресторан. Это главный ресторан. Сейчас завтрак. Давайте посмотрим, что здесь есть на завтрак. Это у нас, значит, сладости. Все стандартно. Омлет, яйца жареные. Блинчики, яйца. Все очень хорошо. Это визитка представителя отеля. Если какие-то вопросы возникнут, вы можете с ним связываться. Так, подытожу, что есть в отеле. В отеле сейчас заполняемость отеля 95%. В основном отдыхают русские туристы. Здесь Россия, Украина, Беларусь. Немного иностранцев. Отель рассчитан для взрослых, для молодых людей. Находится он в Авсаларе. Сейчас данный отель на 1 июня 2017 года стоит на двух человек $1193 с вылетом из Киева. В отеле концепция all-inclusive 24 часа. Из напитков есть водка Абсолют, она входит в концепцию, и также виски, какой-то импортный, какой, к сожалению, не знаю. У них есть кафетерий, в кафетерии 10 видов кофе, он работает с 10 до 16 или до 18.00, там подают сладости, можно попить кофе. Говорили, что очень хороший. В 2015 году он был построен, в 2015 году отель был построен. Wi-Fi есть везде и в номерах, и на территории, он бесплатно. У них есть русская анимация, в анимации 12 человек, есть детская анимация. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений, директор сети туристических агентств «Викинг Туристик».